Джейми с друзьями играли в гольф в Португалии. Right at it. Needs nice. To go, I think, a wee bit. That's no. Great shot. Great shot. Great shot, Jimmy. Super shot. Brilliant. Также Джейми дал небольшое интервью. Джейми называет своего любимого игрока, это Хьюго Кинан. И он хочет сыграть против Франции. Компанию для Джейми составили Стиви Мартини, Гордон Смарт и Майкл Роджерс. Четвертого марта Амелия с подругами отметили день рождения Беатрис в Лондоне. На видео Амелия несет торт для Беатрис со звездами и свечами. На торте изображение Беатрис в красном платье и надпись с пожеланиями лучшего года для Беатрис и «Мы тебя любим». Новые фотографии и видео с Джейми с недели моды в Париже.